Привет всем, друзья, подписчики. Привет. Сегодня мы с Арменом будем разведывать сосновый бор. Сегодня у нас какое число-то? 9 уже или 8? Сегодня у нас, я сейчас скажу, секундочку. У нас сегодня 9 октября. 9 октября уже. Будем разведывать сегодня боровики в бору. Так как морозов особо не было. Вот этой ночью только вот был мороз, а до этого, можно сказать, их и не было. Поэтому, возможно, лес сырой, возможно, боровики будут. Сегодня в планах также еще пособирать рыжики, маслята толстоногие осенние, ну и, возможно, подосиновики красные посмотреть. Запишем несколько видео с Арменом. Армен приехал сюда к нам в гости на пару дней, поэтому как можно больше наснимаем видосов. Турне грибное. Будет такое мини-турне. Да. Кстати, у Армена свой канал в Ютубе, так и называется Армен Альбертян, и те, кто не знает, обязательно подписывайтесь на его канал, интересные грибные фильмы он выкладывает, и довольно-таки часто. Ссылка на его канал будет в описании и в первом закрепленном комментарии под видео. Также у Армена еще группа ВКонтакте, самая большая грибная и популярная группа, «Грибы мое хобби» называется. Ссылка на нее постоянно у меня под видео есть в описании, также будет и в этот раз. Дорогие друзья, там вы сможете в группе пообщаться с грибниками, там у нас идет живое общение. Спросить, узнать, какой гриб съедобен, несъедобен. Интересные грибные поездки увидеть. Красоту леса и природы. Участники скидывают свои фотографии, свои находки. Отчеты. Отчеты. В том числе, да, совершенно верно, Валера помогает. Отчеты грибные, то есть идет гриб сейчас, закончился ли гриб, где идет гриб, в каких регионах идет. Все это есть в группе, поэтому каждому из вас... Мы рады каждого из вас видеть в нашей группе. Там много специалистов, обязательно вам помогут по любым вопросам, в том числе как готовить грибы и все остальное. И в определении гриба. Ну вот разведали бор, боровиков нету, и, скорее всего, уже в этом году не будет. Начали поиски рыжиков. Вот смотрите, встретился один подмороженный, ночью до минус 2 было. Передавали во всяком случае. Замороженный рыжик. Вон там еще что-то стоит. Опа, тоже рыжик. Так, здесь нету. Вот смотрите, под елками его не видел. Такой уже возраста. Сейчас проверим на чистоту. Два рыжика уже есть. Может, рыжику сегодня получится набрать. Класс. Ну вот, почистил. Оба чистые. Красота. Сейчас пойдут в корзиночку. Продолжаем. Еще два рыжика попалось. Тоже такие замороженные. Наверное, будет червивый. Что-то я догадываюсь так. Так. Оп. Вот этот чистенький. Класс. Отлично. А этот? А этот уже все. Червивый. Ну хорошо, хоть один. Берем. Продолжаем. Едем прямо на дороге. Глухарка, похоже. Ну, глухаря же у него красная. Это, похоже, глухарочка. Самка глухаря. Воду пьет, кирпичики кушает мелкие. Они кирпичи едят мелкие на дороге. Желудок прочищает тем самым. Вот мы на щебеночной дороге. Едем в одно место рыжики разведывать. Встретили такую птицу. Кушает кирпичики мелкие. Давай ее угостим точно. Она будет кушать колбасу? Не, она не будет ничего такого. Не будет ничего? Ну смотри, она даже не улетает. Она видит нас, смотри, стоит на последней. Мы уже в 7 метрах от нее. Офигеть!
красавица, ты посмотри, о, улетела. Ну вот, друзья, еще один рыжик попался. Вон. Такой уже царевший, наверное, червивый. Хотя нет, не червивый. А нет, червивый. Все уже. Даже вырезать нечего. Оставим его. Продолжим поиски. Их грибов очень, кстати, мало. Трудовые. Именно рыжики. Сейчас еще поищем. Если не будет, надо будет маслята поискать. Вот три подряд прям нашел рыжика. И все три были червивые. Вот здесь еще несколько штук. Проверим. Вот это тоже чистый. Вот это класс. Чистенький. Берем корзинку его. Вот еще один дружок. Опа. Тоже чистенький. Для соления. Холодным соленьем. Хочу их набрать. На баночку хотя бы было. Так, вот эти уже чистенькие, то прям такие же размеры были, червивые, три штуки. Блин, куда-то сошел. Тут еще один. Третий. Нет, это тоже все съеденный. Так, вроде больше не видно. Ну ладно, продолжим искать. Думаю, еще должны быть. Друзья, нашел подберезовик. Обыкновенный, но уже большой. Чистый. Не знаю, пока возьму. Грибы сейчас трудовые. Смотрите, что еще стоит. Гриб-зонтик. Он один уже. Все. Один вот еще стоит. Так. Нормальный. По качеству. Пластинки нормальные. Нож, конечно, да, уже все срежем. Так-то вроде свеженький. Зонт возьмем пока. Вот, друзья, попался очередной красавчик. Еще даже не вылез. Вроде крепенький. Возможно, будет чистый. Я ножки срезаю у них, потому что для солений так в основном шляпки идут. Для холодного соления. Чистый. Класс. Вот тут вот маленько загнивать начал. Сбоку. Оп, срезали. Все. Чистоган. Складываем. Ямку закапываем. И продолжаем поиски. Он Армен, маслята нашел. У меня попался червивый рыжик. Один. Я уж его не снимал. Вот здесь стоит рядом поменьше. Возможно, он будет чистый. Проверим. Чик. Нет, тоже. Тоже червивый. К сожалению. Ладно, продолжаем. Сейчас еще немного осталось. И, наверное, будем заканчивать. Сколько есть рыжиков, столько и есть. Посолим. Может, на пол-литровую банку хватит. На литровую. Ну вот, друзья, ходим все по сосновым посадкам. Раньше здесь были в древность старинные поля. Древние. Сейчас это
сосны молодые. Но они уже такие, маслят здесь меньше, чем рыжиков. Просто сейчас уже 9 октября. Все сыро очень. Рыжики трудовые, их очень мало. Вот попался мне здесь чистенький рыжик. Только что вот не показывал его. Красавчик. С одного рыжика, того червивого, я вырезал пол шляпки. И здесь, смотрите, на открытом месте, на бугорке, тоже рыжик вылез, потому что здесь по суше. Все наглухо сырое в лесу. О, чистенький, красота. Забираем. Оп. Листья. Выкидываем. Красоту портить не будем. Вот такой вот результат у меня пока промежуточный. Сейчас будем продолжать. Может, еще найдем. Ну вот, друзья, очередные рыжики. В траве прям чуть было не наступил. Большого вот этого вначале увидел. О, вроде крепенький. Посмотрим на чистоту. Я для солений беру, поэтому ножки они не очень нужны. Ну, чистый. Здорово. Сосновый рыжик, вот такие они большие. Вырастают. Еще один чистенький. И вот третий. Оп. Не обрезал. Ну все, тоже чистый. Класс, все три чистые. Класс. Убираем в корзиночку. Остальным. Все прибавляется. Здорово. Продолжаем. Уже идем в обратную сторону с Арменом по этим посадкам. Так что, может, еще что-то попадется на обратной стороне. А может, уже нет. Вон, вроде, кстати, еще один рыжик увидел. Да, тоже прямо на бугорке растет. Но это уже весь, смотрите, протыканный, весь съеденный, к сожалению. Ну ладно, ищем дальше. Ну вот, друзья, иду и вижу, торчит рыжий парус. Вот так вот, пол шляпки. Наполовину только вылез. Сейчас мы его вытащим. Оп. Проверим. Червивый. Даже, наверное, не вырезать будет с него ничего. Здесь еще вот один виднеется на бугорке. Вот. Тоже уже старенький. Тоже червивый. Ну, вот так вот 50 на 50 они попадаются. Чистые, червивые. Армен подходит навстречу. Похоже, мы уже все тут обыскали. Вот попался еще один. Смотрите, какой классный молоденький рыжик. Оп, сдается мне чистый. Ага, красота. Вот какой хороший. Таких вот у всех. Ладно. Складываем к остальным. Красота. Красота. Вот еще один. Не знаю уж, как он будет по чистоте. Проверим сейчас. Даже два тут их было. Один вот маленький червивый. Вот этот вот. А тоже червивый. Ладно.
Продолжим поиски. Вот иду, значит, иду, и он того он увидел. Красавца прямо издалека, рыжего. И пока к нему шел, еще вот здесь увидел один гриб. Сразу его проверяем. Тоже крепкий. А то уже хорошо. Ну да, частяк. Здорово. Так. Сразу же. Вот рядовка землянистая. Или землистая. Я их ни разу не пробовал. Ну и здесь тоже полно растет. Так, вон, оказывается, еще один. Так, этот загнивший рыжик. Так, проходим. Проходим. Вот еще один рыжик. Тоже уже старый. Не берем. Вот этого изначально увидел. Красавчика. Чик. Ой, он червивый. К сожалению. Причем весь. Этот тоже червивый уже. Ну ладно, хотя бы чистые попадаются. И то хорошо. Продолжаем. О, пока, вот смотри, масленок покажу. Армен, он вот подходит. Я имел в виду, крутой, хороший, смотри. О, ну да, ну, вот, это в принципе, классный. Вот такие вот. Сейчас мы поедем за маслятами. Это уже, конечно, ну, он будет в другом фильме, в другой серии, так скажем. Вот таких маслят будем собирать. Будет здорово. Он еще молодой, но смотрите, какой он уже массивный. Угу, круто. Вот попался такой. Потрясающе вообще, классно вообще. Валерий, спасибо. Вот еще один рыжик попался. Вроде как качественный. Чик, ну да, чистенький, красота. Сейчас маленький еще срежем. Да, чистый. Берем. Ну все, уже отгребачили. Собираемся уезжать. Вот они, рыжики. Весь результат сегодняшнего набрал. Ну, на баночку литровую, думаю, хватит, засолить уже хорошо. Ну все на этом, друзья. Спасибо, кто смотрел. Не забудьте видео оценить. Также не забудьте подписаться на канал Армена. Ссылки будут в описании. Возможно, сейчас мы поедем еще за маслятами, толстоногими съездим осенними. Но это вы уже увидите в следующем видео. Возможно, чуть позже. Обязательно оно выйдет. Так что спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.